Привет, это Booty Girls Team. И у нас сегодня первый урок по Booty Shape. Первое движение называется скрутка бедра на ровных коленочках. Вот такая вот. Итак, что нам для этого нужно? Мы становимся широко, шире, чем наши плечики, и находим центр. В этот центр мы постоянно бьем нашими бедрами. То есть делаем скруточку. Спинка, как всегда, ровненькая. Мы держим осаночку, попу немножечко выдвигаем назад. Поехали справа, вовнутрь. И коленочки у нас ровненькие, поэтому это называется пряж на ровных коленочках. Право, лево, раз, два, и делаем еще. Что, я надеюсь, что у вас все получилось. До скорых встреч, у нас скоро будет второе занятие, его покажет Светка. Па-па!